Давайте начнем без промедлений. В этом выпуске мы расскажем вам о 13 самых странных и необычных вещах, обнаруженных на Google Maps. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Гигант из пустыни Атакама. Древний мир полон различных загадок, которые мы, вероятно, так никогда не сможем отгадать. По крайней мере, мы вряд ли сможем полностью осознать, что наши дальние предки пытались донести до нас через геоглифы. Гигантские рисунки и скальные образования. Одним из таких геоглифов является гигант из пустыни Атакама, который находится в Чили. Возможно, вам покажется, что на картинках этот гигант выглядит не очень большим, но если мы увеличим изображение с Google карт, то увидим, что этот геоглиф поистине огромный. На самом деле, его длина составляет целых 86 метров. Геоглиф был высечен на склоне горы. О его создателях ничего не известно, поэтому ученым сложно сказать, что именно хотели донести этим изображением люди, населявшие эту местность несколько тысяч лет назад. Может, они хотели отдать дань уважения богам или же угодить своим божествам, кто знает. Озеро Матрешка. Все мы прекрасно знаем, что такое матрешка. Думаю, все мы в детстве играли с этими деревянными куклами разного размера. Что ж, на Филиппинах есть необычное озеро в озере, которое чем-то похоже на матрешку, а точнее на принцип ее структуры. Мы имеем в виду озеро Тааль, которое находится на острове Лусон. Посередине озера находится еще один небольшой островок, в котором находится еще одно небольшое кратерное озеро. Это действительно необычная природная особенность, которая встречается крайне редко. Именно этим и хороши Google карты, ведь пока ты не изучишь некоторые уголки нашей планеты, ты не узнаешь, что на Земле существуют действительно удивительные вещи, в существование которых трудно поверить. Тем не менее, взглянув на отдельные регионы с помощью спутников, мы можем обнаружить настоящие чудеса света, о которых мало кто знает. Лесная гитара. В Аргентине живет фермер по имени Педро Мартин Уретта. Его жена скончалась, когда ей было 25 лет. Он решил почтить память своей любимой весьма необычным образом, посадив целый лес в форме гитары. Фермер с невероятной точностью воссоздал все детали обычной гитары, включая основание, гриф, струны и колки. Стоит сказать, что несмотря на всю прелесть посадки, в этой истории есть доля иронии. Дело в том, что Педро боится летать, поэтому он так и не смог оценить свое творение свысока. Он смог увидеть свою лесную гитару лишь на картинках. Так или иначе, это настоящее произведение искусства, которым Педро стоит гордиться. Кольцевая гоночная трасса. В наше время мы уже не удивляемся тому, что некоторые объекты, включая крупные гоночные трассы, могут быть видны из космоса. Однако одна гоночная трасса в форме идеального круга явно выделяется среди всех своих конкурентов. Мы имеем в виду кольцевую гоночную трассу под названием Нардо, которая расположена на юге Италии в провинции Лечче. Оригинальное название трассы на итальянском звучит как «Pista de prova de Nardo della Fiat». Трасса Нардо была сконструирована с целью тестирования машин и подготовки гонщиков к соревнованиям. Длина кольца составляет 12,5 километров. С высоты птичьего полета, и тем более со спутниковых снимков, гоночное кольцо выглядит довольно узким, но на самом деле эта трасса представляет собой широкую четырехполосную дорогу. Инженеры-строители очень тщательно проработали план трассы, поэтому если водитель будет ехать по ней в крайней полосе, то ему практически не придется поворачивать руль на протяжении всей поездки. Строительством Нардо занималась компания Fiat. Сооружение трассы было завершено в 1975 году. В настоящий момент трассой владеет компания Porsche, которая недавно выкупила права на Нардо у Фиата. Я думаю, что представители компании Porsche рады возможности испытывать любой гоночный автомобиль на прочность на данном автотреке. Карта мира. Люди постоянно пытаются прыгнуть выше головы, чтобы сделать что-то поистине уникальное и неповторимое. И мне кажется, что пока лучше всего это удается дубайцам, потому что они постоянно переплевывают сами себя. Так, в связи с бурным развитием нефтегазовой промышленности и появлением финансирования, дубайцы начали строить искусственные острова на побережье своего города. Все мы видели искусственный архипелаг в форме пальмы, но мало кто из нас знает, что недалеко от него есть еще один искусственный архипелаг в виде карты мира. Дубайцам удалось отобразить все мировые континенты с потрясающей точностью. Вы можете найти массу изображений архипелага под названием «Мир» в Google картах. Однако, несмотря на всю масштабность и уникальность этого архипелага, он остается невостребованным местом жительства. На данный момент из 300 островков заселены всего несколько десятков. Парк в виде пентаграммы.
Когда смотришь на это изображение, полученное с Google карт, невольно вспоминаешь о магии и сверхъестественных явлениях. На данном кадре вы можете увидеть парк, который был построен в форме сатанической пентаграммы. Этот парк находится в городе Лисаковск в Казахстане. Мы еще раз подчеркиваем, что это не какое-либо оккультное место, а всего лишь обычный парк, где, например, родители могут гулять и играть со своими детьми. Посадка парка состоит из тополей, а диаметр парка составляет 400 метров. Наверное, вы спросите, кому понадобилось сооружать парк в форме пятиконечной звезды. Что ж, изначально этот парк задумывался как символ советской власти. Стоит сказать, что советские инженеры неоднократно проектировали различные сооружения и постройки именно в виде пентаграмм. Сложно даже представить, сколько времени и сил ушло у строителей на создание парка такой необычной формы. Потерянные пирамиды. Египетские пирамиды, находящиеся в Гизе, это одни из самых древнейших сооружений, которые все еще остаются в целости и сохранности. Пирамиды Гизы свидетельствуют о том, что с должной изобретательностью, креативностью и умелостью люди могут построить все, что угодно. Недавно спутниковые изображения, полученные с Google карт, потрясли многих ученых и простых обывателей. Инфракрасные фотографии, сделанные со спутника группой американских ученых, помогли обнаружить 17 ранее неизвестных египетских пирамид. Эти пирамиды находились под толстым слоем песка в Египте. Благодаря технологии инфракрасной съемки из космоса ученые смогли установить, что под песком находится объект с квадратным фундаментом. В результате они смогли обнаружить пирамиду, а впоследствии нашли еще 16 таких же сооружений. Эти пирамиды не были обнаружены раньше, поскольку египетское правительство ограничено в отправках экспедиций на раскопки местностей, прилегающих к Гизе. Впрочем, тот факт, что пирамиды были найдены не с помощью раскопок, а с помощью спутника, свидетельствует о том, что наши технологии активно развиваются. Не исключено, что в скором времени мы сможем найти еще массу ранее неизвестных объектов и сооружений. Реклама нового формата. Учитывая постоянный рост бизнеса, многие предприниматели и крупные компании решили воспользоваться Google картами в качестве инструмента продвижения своих товаров. Они выкупают огромные участки земель и рисуют на них настолько крупные рекламные плакаты, что их можно увидеть в полном объеме только с помощью спутников. Так, например, в Неваде расположен гигантский баннер с изображением полковника Сандерса, основателя сети ресторанов быстрого питания KFC, а в горах Чили размещен гигантский логотип компании Coca-Cola, созданный в 1986 году. Он состоит из 70 тысяч пустых фирменных бутылочек напитка. Как по мне, это весьма оригинальное и умное продвижение продукции. Колеса. Как вы понимаете, на Земле есть множество необычных объектов, которые можно увидеть в полном объеме лишь с большой высоты. В марте 2006 года, пролетая над полями черной лавы возле оазиса Азрак в Иордании, спутник сфотографировал несколько больших грубых каменных колес. Эти снимки и по сей день ставят в тупик многих ученых со всего мира. Во-первых, ученые не могут понять причины, по которым кому бы то ни было понадобилось возводить в пустыне такие каменные колеса. Впрочем, некоторые люди предполагают, что эти колеса каким-то образом могут быть связаны с зимним солнцестоянием и являются частью древнего календаря. Во-вторых, ученые установили, что эти колеса были возведены здесь очень-очень давно. Если точнее, 8500 лет назад. В таком случае, каменные колеса Иордании были возведены даже раньше, чем известные геоглифы Наски в Перу. Марс-Земля. Это изображение, полученное с Google карт, вызывает больше вопросов, чем ответов. Слева вы можете видеть спутниковое изображение гробницы, находящейся в Японии. Справа – изображение грязевой насыпи, находящейся на Марсе. Многие люди могут заметить необычное сходство этих двух изображений. Гробница и насыпь имеют примерно одинаковые формы в целом, а их верхние части и вовсе выглядят точь-в-точь одинаково. Некоторые теоретики, которые верят в инопланетян, считают, что данные изображения доказывают существование жизни на Марсе. Они считают, что пришельцы некогда покинули Марс и прилетели на Землю, где создали постройку такой же формы, что и на Красной планете. Стоит сказать, что изображения подлинные. Так почему же разные объекты на разных планетах выглядят совершенно идентично? Может ли это быть обычным совпадением или все намного серьезнее? Как всегда, жду мнения экспертов в комментариях. Большой призматический источник. В Йеллоустонском национальном парке есть множество живописных мест, но одно из них явно выделяется среди других. Речь идет о большом призматическом источнике, который можно увидеть в полном объеме лишь с большой высоты. Большой призматический источник – это красочный геотермальный источник, который переливается различными цветами. Такая необычная палитра источника обусловлена специфической комбинацией воды, минералов и бактерий. Космический корабль.
С помощью Google карт некий пользователь интернета обнаружил в Румынии объект, внешне имеющий сходство с космическим кораблем или же летающей тарелкой инопланетян. Данный объект частично закрыт кронами деревьев. Эта находка всколыхнула весь интернет, поэтому многие люди отправились на это место, чтобы провести исследование и понять, что это такое. В итоге было установлено, что этот объект был водонапорной башней необычной формы. Как всегда, все оказалось намного проще, чем все думали. На этом все, и как я уже и говорил, жду экспертов в комментариях. А также, если вам было интересно, то поддержите канал лайком, это очень важно для нас. А также подписывайтесь и врубайте колокольчик, чтобы уже завтра не пропустить новое ядро на нашем канале. Спасибо за просмотр, заценивайте предыдущий ролик.